И всем доброе-доброе утро, всем привет-привет. Всем доброе утро, друзья. У нас сегодня, как всегда, разнообразный замечательный завтрак. Да. Нету, правда, моего кетчупа пока, но мы на камеру не покажем, что я тут наколопуцаю потом. У нас здесь все красиво. Красиво, да. Давненько мы не показывали вам наши завтраки. Разливай сок. Сок манго-апельсин. Миюша. Ульяша сейчас спустится. Значит, что у нас? Яйца жареные. Наверх посыпала немного сыра. Сыр растаял. Сыр халуми. Его надо жарить. Нам понравился в таком виде. Но мы потому что не пробовали еще на барбекю. Поэтому... Ну, да. Сыром нам не понравилось. Он сильно соленый, как брынза. Немного бекона. И в общем, новые это... булочки с Walmart. Да. Это булочки, но они идут на завтрак. Там внутри начинка сыр и яйцо, да? Или что? Да, там сыр, яйцо, по-моему, было что такое. Ну вот, сыр видно, да. Мы, был еще вариант с беконом, но мы не взяли. Потому что я хочу, чтобы Миюша попробовала просто. Ну да. Вот, так что пожелайте нам приятного-приятного аппетита. Приятного-приятного аппетита. И всем такого же смачного завтрака. Значит, друзья... После вкусного завтрака прямиком поехали в магазин потерянных посылок. Закупились на распаковку. Вроде так немало, да? Магазин называется Crazy Beans. Вот мы его проезжаем. А много сегодня людей было, но завоз мне понравился, в принципе. Что-то интересное, я думаю, мы отхватили. Друзья! Вышли мы на прогулку, у нас такая хорошая солнечная погода. Эта площадка находится возле нашего дома, самая-самая ближняя. Посиди, давай. Значит, поставили они лавочки. В прошлом году лавочек еще не было. И столики. Антон. Где? Можно с едой прям приходить не? Сюда. Не нравится ты? И с покрывалом. Ой. Будет пикник. Да. Тихое место. Куда? Здесь хорошо. А наши дома, получается... Взялась. Вот там он. Да. Красота. Да, здесь не песок, здесь опилки. Ну, это, наверное, для старших. Слази. Деток. Слази сама. Иногда опускайся, да. Полазить. Для Миши только вот эта штука и песочница. Ну, получается. Тут залезть. Ну, в принципе, она пока на том же. Садись. Кепочка у нас, панамка с потерянной посылок. Села? Все, держись, да. Вот так. Прошлым летом покупали. Большая сейчас как раз. Вот, сэкономили. В новых кроссовочках наша Миша. Страшно? Нет. А еще кофе купили. Холодный кофе, друзья. Да? Классно. Не я. Наш кофе. Холодный кофе. Это мы сюда на разведку пришли. Класс. Это очень удобно, когда есть лавочки. Правда, такие узенькие. Тебе помочь? Давай руку. Молодец. Ой, как хорошо, потеплело. В Канаде солнечные дни, они бесценны. Ой, молодец какая! Летом практически коляской мы не пользуемся, используем машинку. Да. Беговель пока она не хочет, ленится. Ну и такое нужен, мне кажется, с педальками уже. Угу. Личный водитель. Такое нужен, как личный водитель. Да. Еще? В роли папы. Или куда ты пойдешь? Давай сюда, тут тоже играть можно. Не по музыке, так, да? Тихо, спокойно. Ой, благодать.
А туда ты не залезешь, там для взрослых деток. Сюда иди. А тут залази. С Холли пока еще не выходим гулять. Прямо вот на улицу. Во дворе она гуляет. Так как еще нет прививки. Последний. Ждем. Все, села. А, и возле нашего дома открылся магазин для домашних животных. Купили. Не такие игрушки, как ты это хотела. Это $9, да? Да. Ну, типа 10% скидка, там 8,50 получилось. Открылись вчера, сегодня, да? Да, это так, для тренировок. Да, мягенькие такие. Что интересно. Ливер, да? Ну да. Типа 3 штучки в день, если она... 6 хорошо штучек. Короче, ей сейчас надо, она 15-25 уже. 10 штучек в день можно давать. Хорошо. Здесь ливер, потом овсянка, коричневый рис, мука, картошка. А в нашем, кстати, Royal Canin для лабрадора там преобладает курица, да, ты говорил? Куриные. Я была уверена, говядина, либо же ягненок. То, что название Royal, не означает, что там будет что-то. Ну, самые лучшие. В общем, хороший магазинчик открылся. Это очень удобно, что возле нашего дома. У них тоже есть, но у них для лабрадора нет. Пока. Но он сказал, типа, привезут. Они сейчас... Grand opening будет потом, через неделю. Да. Так сама иди. Что ты? И -20% обещают покупателям. Антон оставил номер телефона. Они должны сообщить. Но может, сравнить. Будут шампанское наливать? Да, да. Собакам? Нам! А. Это же для людей мероприятие. Good job. Надо посмотреть цены. Смешная такая маленькая, маленькая, маленькая. Это у нас семейный район, очень много деток. В каждом доме, наверное, есть дети маленькие, небольшие. Это ай, новый ты. Район. Давай бегай. Давай бегать. Побежали туда. Ровесников хватает. И Ульяне, и Миюша. Ку-ку. Ку-ку. Be careful. Я кепку надела. Потому что солнышко припекает. Так, кто-то на мотоцикле уже гоняет. Большой такой, правда? Чего ты кричишь? Что ты хочешь? Говори папе, что ты туда обратно хочешь? Иди. Да. One, two, three. Папе на очередь. Иди, jump.
Ой, как хорошо на улице. Носимся с этой... с этим скворечником, как с писаной торбой. Никак мы место не можем подобрать. В общем, решили здесь оставить. У нас есть тут такой диванчик, и тоже можно наблюдать. Если что, вдруг. Если какие-то птицы. Вот так, да, прыгай. На горизонте. Вот. Ну, пока так. Я не прыгай, знаю. Давай. Эй! Холли! Да. Холли! Засыпай, солнце светит. Все, вставай, пошли спать. Что? А, есть? Так, друзья, вышли мы на природу, на наш задний дворик. Мы, кстати, уже сюда третий раз выходим, просто до этого не показывали. Сейчас покажем, что у нас, как и тут, уже все потаяло. Мьюшек вон играет в своих песочницах. Холли все обнюхивает. Уже, в принципе, приловчилась в туалет тут ходить. О, как раз мы и засняли. Дома, в принципе, она уже потихоньку не гадит, ходит на свое одно место. Холли! Ко мне! Все, видите? И вот так вот я ей знаком показываю, она сразу садится. Хотя бы уже вот это. Кстати, заказали мы еще новый поводок. Придет, скорее всего, через 2 дня. Ну, он там поводок ошейник, который мы вот этих видео Антуана смотрели. Приблизительно он вроде бы такой же. Я так понял, чтобы он затягивался ей под уши, чтобы мы могли контролировать. Вроде как-то так. То есть мы сейчас по бэкьярду, в принципе, гуляли просто с поводком. Я ее тренирую, чтобы она рядом ходила, всякие вкусняшки ей даю. Сейчас мы новые купили. Вот. Чем же занимается моя любимая жена? Моя любимая жена готовит наше лобное... О, какое лобное, опять мне скажут. Что ты там такое огородишь? Наше место, где мы будем пить уже кофеек, чаек. А, да, мой план будет занять ту территорию. Что, ну выкидывай их сюда, выкладывай. Вот так, оп. Так ты хотела? А что ты хотела? Что-то папа не то сделал, чешу. Ты хочешь назад положить? Ладно. Занять вот ту территорию сториджем. Здесь территорию сториджем. Ну, первый пойдет здесь. Мы будем в случае дождя сразу скидывать вот эти все наши седлушки с летней мебели. Мы здесь сделаем тросик или что-то такое. По-быстрому открыл и закинул. Мишкин велобег. Ты что там ешь? Эй! То есть обнюхивает все постоянно. Ну, молодец. Короче, потихоньку приучается к туалету на улице, пока у нас на бэкьярде. Потом будем, сделаем еще одну прививку, будем уже выгуливать ее в society. Это уже, в принципе, хороший знак. Мы думали сначала стелить ей пад ее. Уголку, чтобы она там... Ну, она в первый раз ходила, и все, она уже помнит, куда и что ходить. Холли, ко мне! Холли! Вот так вот, да? Оп! И все, и сразу села. Молодец. Да, и Миюшка там ее... Ай, ты что, не пугай ее! Ну, что мы хотим на день рождения? Кому? Мии, а что мы хотим на день рождения? А, домик? Так его еще найти надо. Сейчас сезон лета не начался, уже все домики раскуплены. Не можем ни в Амазоне найти, может, в Коско уже будем брать. Но если домик мы тут поставим с Коско, который он займет вот эту вот всю часть. Так что, да, ждем мы сейчас, любимо, закончим. Мы кофеек тут, возможно, попьем по быстречку.
Посидим, я фонарики починил. Вот эти, короче, солнечные батареи еще не загорелась. Батарея еще как бы не стемнела, не закрыла, поэтому она загорится. А здесь мне пришлось практически поменять все фонарики. Ну, у нас было просто реплейсмент, мы взяли, поменяли вместо того, чтобы лампу менять. Так, друзья, у нас уже полная ночь. Все спят. Я тут доделывал видео, видосик. Мы тут еще не досказали, мы сегодня готовили еще два стейка бомбезных. Правда, получились они какие-то суховатые, но они такие большие были, большие-большие. Но вроде бы я как выдержал, старался не пережарить, но тем не менее все равно с косточкой. Говяжий стейк лучше, ну понятно, он и дороже. Мы жарили без косточки. Вот, ну, как они там называются, T-bone или что-то такое. Да, короче, что-то я сегодня, честно, вообще и просто истощен, подустал я. Много энергии сейчас уходит на тренировку собаки, плюс менюшка еще. С ней тут договаривайся, растет свои интересы, свои вкусы, особенно с едой. Приходится постоянно уговаривать, договариваться. Ну вот, да, на это, да, уходит тоже много. И уже под конец такое, как выжатый лимон, реально. Плюс еще там, ну, работа, само собой. Ну вот снимать уже, конечно, бывает, сил нету. Просто сидеть и говорить, рассказывать что-то, показывать. Уже такое сейчас состояние. Ну, стараемся, да, продолжаем. Дальше у нас нагрузка большая, хотя, блин, с Ютубом вечно качели какие-то. Вот то там, то всем. Сейчас на два канала работать, конечно. Ну, это просто привычка. Вот. Привычка так работать, делать, с осознанием того, что там большие возможности. Но в мире сейчас всего столько происходит, все меняется, и вообще тяжело сказать, что будет, как будет. Поэтому остается просто только жить, наслаждаться жизнью, наслаждаться, что вокруг, что есть на данный момент, и продолжать работать и работать. Еще завтра зубы идти доделывать. У меня осталось два последних, и все, конечно. То там по чуть-чуть с бюджета забирает, то там забирает, дыры закрывает, что там, то там, как бы стараемся. YouTube все равно пока такой доход не приносит, что прям все так раз и покрыл и жил себе хорошо, спокойно. У нас, допустим, с первого канала вот посылки ушли, и как бы все, там оплата просела, а на втором канале оно как бы даже не догнало, не компенсирует все равно. И да, и тут даже не зависит там подписчик, сколько просмотров и все такое. Он зависит, YouTube захочет — покажет, не захочет — ну хоть головой бейся и все. Ну вот решил он так вот не показывать ваш канал. И независимо, что вы там, какую картинку залепите, как вы будете говорить, какое шоу там устраивать. Вот, да он не захочет, и все, и до свидания. До свидос, хотел сказать, получилось до свидания. Поэтому, да, друзья, мы не унываем, продолжаем дальше. Нас стараемся снимать каждый день все равно, по чуть-чуть там, по чуть-чуть там. Показывать жизнь в Канаде. Показывать, как это возможно, жить в Канаде большой семьей. Стараемся задавать все равно модель семьи. У нас упор идет на семье. Традиции как традиция, а вот семейные — сломать то, что было заложено в нас до этого. Поэтому такие вот пирожочки.